Приветствую всех на канале Экомаркет. С вами, как всегда, шеф-повар Аха. Сегодня я приготовлю грузинское блюдо, которое называется чешушули. Готовится оно из говядины и разных овощей с добавлением пряных трав и специй. Готовится просто, быстро и, самое главное, очень вкусно. Вот ингредиенты, которые я буду использовать. Начнем с лука. Его я нарежу перьями. Болгарский перец можно нарезать в произвольной форме. Хотите кубиком, хотите полосочками, как вашей душе угодно. Я нарежу кубиком. Говядина у меня уже нарезана кубиком. На сайте Экомаркет она называется как говядина азу. Перейдем к сковородке. Хорошенько разогреваем сковородку и растительное масло. Сковородка нагрелась, добавляем говядину. Обжариваем до вот такой корочки, после чего добавляем лук. Как только лук побледнел и размяк, добавляем болгарский перец и обязательно сливочное масло. Минуты через 3 после болгарского перца добавляем помидоры. Можно вот такие в собственном соку, можно свежие. Также сразу добавим соль. Я использую сванскую. Черный перец. Хмели-сунели. И немного чили перца. Понижаем огонь до минимума. Все перемешиваем хорошенько. Заливаем кипятком. И оставляем тушиться под крышкой минут 30. За 10 минут до готовности мяса добавляем чеснок и обязательно кинзу. Ну вот и все, блюдо готово. Осталось только выложить его на тарелку. Вот что у нас получилось. Время приготовления составило не более получаса. Получилось просто, быстро и, самое главное, вкусно. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии и включайте колокольчики. А я пошел есть.